Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Если вы на нем впервые, обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. И по многочисленным просьбам у меня сегодня обзор коробочки Secret Box от Красотка Про. Кто не знает, Красотка Про выпускает каждый месяц коробку с материалами, а с какими именно, вы не знаете. И сейчас ко мне пришла коробка за июнь месяц. На первый взгляд материалов больше, чем в прошлой коробке. Кстати, ссылку на прошлое видео я тоже оставлю внизу. Ищите в описании. Первое, что я вижу, это спонж для макияжа, бьюти-блендер от бренда Nova. Им можно наносить и косметику на лицо, или, как мы мастерицы, можем приспособить в дизайны для ногтей с губкой. Спонж очень мягкий, упругий, плотный, выполнен из микропористого материала, легко очищается теплой водой и не имеет неприятного запаха. И как вы уже поняли, в коробке могут находиться не только товары для ногтей, так как на сайте Красотка Про огромный выбор различных товаров. И в коробочке вот такой вот еще гранатовый пилинг для рук фирмы Меркель объемом 50 мл. Я очень люблю различные скрабы и пилинги для рук, для тела. С ними хорошо и ровно ложится загар на кожу, а также открываются клеточки кожи и напитываются большим комплексом витаминов. Это можно считать за полноразмерный объем. Средство гипоаллергенное и подходит для каждого. Кстати, очень много вопросов по поводу аллергии мастера маникюра и как с ним бороться. Но я с такой проблемой за 6 лет работы не сталкивалась. Хотя у меня и мама аллергик, и я всегда этого боялась. Но как-то все обошлось. Я подумала, что может быть кто-то из вас сталкивался с такой проблемой и может написать комментарии прямо под этим видео. Я уверена, тем, кто будут их читать, обязательно это пригодится. Но все же, я думаю, стоит приобретать какие-то гипоаллергенные материалы, раз уж эта проблема уже есть. Также в коробочке есть флакончики для выполнения гель-лакового покрытия. Очень даже достойные марки. Профессиональный гель-лак от Rio Profi, в составе которого находятся безвредные для здоровья компоненты. Цвет очень нежный, приятный. Подойдет как и под френч, так и просто как за полноценное покрытие, так как сейчас у нас лето. И под загорелые ручки этот цвет будет просто бомба. Также есть пробничек каучуковой базы от фирмы InGarden, 5 мл. Хорошая консистенция, подходящая для выравнивания ногтевой пластины. Я, кстати, хотела попробовать больше товаров этой марки, и вот с базы, пожалуй, начну. Также есть масло для кутикулы тоже фирмы с обалденным ароматом, и мне кажется, оно должно быть у каждой девушки, так как это самый элементарный способ по уходу за кутикулой, особенно сухой. Я маслом для кутикулы пользуюсь через день, а то и каждый день, и клиентам советую, так как сухая кутикула портит общий вид маникюра. А это простой способ содержать кутикулу в приличном состоянии в домашних условиях. Также есть пробнички для волос, шампунь и маска, восстанавливающие фирмы Концепт. Немецкие технологии по демократичным ценам. Шампунь увлажняет и укрепляет волосы, придает локонам здоровый блеск и шелковистость. Маска ухаживает за поврежденными волосами и придает здоровый блеск. Эти пробнички по 15 мл, и кто-то умудряется их разделить на 2 приема. У меня же это с моими волосами точно не получится, но разочек ими попользоваться можно и понять для себя, нравится или нет. И последнее, что я увидела в коробке, это маска для лица фирмы Dizao. Я надеюсь, я правильно примерно произношу фирмы. Маска органическая, из природного сырья, поэтому содержит компоненты красной икры. Это минералы, протеины, аминокислоты, витамины. Они моделируют и укрепляют кожу лица, а также разглаживают морщины. Этот продукт не совсем для меня, но всегда можно его подарить или поделиться с близкими. Также в коробке есть вот такой вот флаер с подробным описанием всех продуктов. И я с уверенностью могу сказать, что мне все продукты понравились в этой коробке. Они мне все подошли, и я ими буду пользоваться. Очень приятный получился состав Secret Box, и думаю, не зря те 800 рублей будут потрачены вами. И так как видео вышло уже в конце месяца, я советую вам поторопиться с приобретением этой коробочки, потому что в следующем месяце будет новое содержание. Так что торопитесь, ссылки будут внизу. Всем до скорой встречи, и не забудьте написать в комментариях про аллергию, кто что знает. Все, пока-пока!